Всем добрый день! Вы на канале Алла Гетман. У нас сегодня 13 сентября и пятница. Ну вот, как-то так. Что, Славочка, нет мороженого? Да? Мы сейчас в другом месте купим. Заехали купить мороженое. Ну, едем дальше. У нас... Позвонили с почты, посылка пришла. У нас такая жара стоит, просто кошмар. Дышать нечем. Ну, это, конечно, хорошо. Потому что зима еще надоест. Обычно зима полгода. Хоть круть, хоть верь, да? Обычно слякотно, морозно, пока дождешься весны. Ну, хорошо, едем вот дальше. Наше отделение почты. Славик пошел за посылочкой. Ну, покажем дома, что там он получил. И сегодня вечерком хотим проехаться в Саржин-Яр. Мы тогда так и не попали в Саржин-Яр. А сегодня хотим вечерком проехаться и, может быть, что-то сниму. Папочка гуляет с ребеночком. Так все аккуратно смотрит. Поехал. А вот там чуть дальше, вот уже Славик идет, на доме висит какой-то телефон. Сейчас я приближу. Получил, да? Да. Получил посылочку? Да. Вот такая вот посылочка. Открывать будешь? Давай открывать. Открывать? Прямо сейчас хочешь? Да, я хочу. Ну, давай. Прямо сразу обзор будет. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Сумочка. Это Дося. Это все Дося. Сейчас посмотрим, какая сумочка. Это поясная. Кожаная. Она и через грудь, и так можно. Это поясная. Кожаная? Кожаная поясная. Слава, она делается и через грудь. Ну, померяем дома. Хорошо. Ну, вот такая сумочка. Вот она. Смотрите. Вареному коню. Как тебе не стыдно? Спасибо, Дося, спасибо. Не, я думал, что она такая вот клином идет. Типа не треугольная. А... Бананка, да, ты думал? Ну да. Угу. Ну, хорошо. За мороженым, да? Да. Все, едем покупать мороженое. Солнце светит, ничего не видно. Славик пошел за мороженым, а я хочу показать вот сумочку. Значит, в этой сумочке 6 отделений. Можно прятать что хочешь. Хорошая, удобная. Вот такой этот ремешочек, он раздвижной. Славик думал только на пояс, нет. Ее можно и через плечо одевать. Очень удобная, мягенькая, кожаная. Кожей прям пахнет. Такая вот сумочка. Спасибо, Дося, за сумочку. Я думаю, папе она очень понадобится и пригодится по работе. Да и вообще. И компактная, и в то же время очень много отделений. Все там хорошо у него разместится. И телефоны, и все остальное, документы. Еще раз спасибо. Вот я разложила ее, смотрите. Вот такая она. Просто Славик не понял сразу. А получается, что такую, как он хотел, такая и она и есть. Вот такая вот сумочка. И тут отделение. Ну, в общем, хорошее, хорошее. Спасибо, Дося, спасибо, спасибо. У нас вот от жары все засыхает. И кустарники, и травка. Смотрите, вот клумба когда-то была зелененькая, а сейчас все засыхает. Вот одета девочка, смотрите, идет в свитере. И только что прошла девочка в шортах. Ну, кому как удобно. Но вообще очень жарко, очень жарко. Вот уже идет Славусик пакетиками.
мороженое несет. Так что едем домой. Смотрите, смотрите. Смотрите. Меряет куртку. Ой, куртку, господи, сумку. Уже все понравилось. Он меня не видит. Я тихонечко тут встала и наблюдаю, как он там. Губы надул. Уже гудок пошел. Мы тебя раскрыли, Славочка. Мы тебя раскрыли. Кому ты звонишь? Яна Гетман. Ага. Добрый вечер. Я вот звоню по какому вопросу. Еду с мамой. Раз звонок. Приедьте на почту, заберите посылку из Китая. Ну, я бегом туда. Бросил даже в магазин. Ну и что? Вот, распечатал и скривился. А сейчас намерил. Так оказывается, класс, высший класс. Но могу сказать, на работу я ее брать не буду. Это только на выход. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, на работу. Да. Яночка, большое тебе спасибо. Ой, она меня снимает. Слышите? Нормально. Я вот это пришел перед зеркалом, смотрю, как ее правильно одеть. Вот, она меня снимает. Янусик, большое тебе спасибо. Ой, а что там у вас? А что там у вас пищит? Что это там пищит? Кто это там? Кто? А где, откуда у тебя дети? А, ты в парке, вы гуляете, да? Молодцы. Тогда Жорочке большой привет. Вот, большое вам спасибо. Мамочку давать? Нет, мамочкой потом свяжешься, да? Угу. Ну, хорошо, гуляйте. Большое спасибо, доча. Давай, пока-пока. Они гуляют в парке. Хорошо. Итак, вы были на канале Алла Гетман. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока!